Физкульт-привет, друзья и ученики Егора. Меня зовут Елена, мне 44 года. Сегодня я покажу вам тестовую тренировку, которую буду делать впервые. Присоединяйтесь. Тренируюсь в зале около 2 лет. Как обычно, начинаю с общей разминки на велотренажере, орбитрек или беговая в течение 5-7 минут. Дальше разминаю суставы. Также экстензия, 4 подхода по 10 раз с 10 килограммами. Мой вес на данный момент составляет 53-54 килограмма. Первое упражнение присед на 70% от веса тела, это 37,5 килограмм. Первый разминочный подход с грифом 20 килограмм на 5-6 повторений. Второй разминочный подход будет на 70% на 3 повторения. И третий разминочный на 90% на 1 повторение. И рабочий подход 37,5 килограмм, результат 15 повторений.
Второе упражнение – жим лежа на горизонтальной скамье. В обычных тренировках я использую жим лежа с гантелями 10-12 кг на наклонной скамье. Сегодня я использую 50% от собственного веса, 28 кг. И также начинаю с разминочных подходов на 50%, 70%, 90% от рабочего веса. И рабочий тестовый подход. Результат 10 повторений, 28 килограмм. Третье упражнение – подтягивание. Три разминочных подхода в тяге верхнего блока и выполняю в гравитроне 75% от массы тела, 6 повторений. И подтягивание собственного веса широким хватом на 3 повторения. И четвертое тестовое упражнение – отжимание от брусьев с собственным весом на 15 повторений. Моя первая тестовая тренировка завершена. Спасибо всем за внимание!